На скамье подсудимых 43-летний Виталий Гогин. От камер мужчина скрывается и просит не показывать лицо. Как выяснилось, он уже привлекался к ответственности. Сейчас же подозревается в серьезном преступлении – покушении на убийство бывшей супруги. Гогин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за личных неприязненных отношений, нанес 2 удара ножом в область шеи своей бывшей супруги. Однако свои действия до конца не смог довести до конца подсудимый, поскольку потерпевшая сбежала из квартиры, то есть до этого оказала активное сопротивление, выбежала из квартиры, и в последующем ей была оказана необходимая медицинская помощь. Нам удалось найти дом и квартиру, где все произошло. По словам соседей, побои в семье Гогиных были обычным делом. Супруги разведены, но жили вместе. Виталий злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал и часто приводил друзей-собутыльников. Мы говорили типа того, что она это сама сделала. Сама типа В этом резонансном деле точку ставить еще пока рано. В скором времени суду предстоит выслушать показания всех свидетелей. Подсудимый, в свою очередь, вину признал только частично. И из зала суда вышел еще пока свободным человеком. Регина Сулейманова, Максим Липин, Ренат Харасов, Рафаэль Акипов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».